Все. Мы уже подходим, да? На подходе к концу. Веселые, счастливые. Что? Угу. Да, отлично, отлично. Все попали, да. Все, я тоже есть. Половина дома. Вот кусочек. Вот я его искала. Все, мы его нашли. Этот дом. Доходный тоже похож. Но он, видите, половина какая-то его. Официальная информация об этом доме. По большой грузинской. Дом 72, строение 1. Датировка постройки 1895 года. Ну, не знаю. Больше никакой информации. Здесь что-то еще было? Стена, пристройка. Я боялась, что его снесут. Я его несколько лет назад видела. Представляете, вот все было в таких домах. Интересно, какого года? Ну, он может быть 18 века. А там живет кто? Вообще непонятно. Вот, вот это тоже подъем. Ну да. Как заезд куда-то. Погрузка. Да, вон очень впечатляемку заложено. Погрузка. Вот стена здесь была. Толщина стены. Либо здесь какой-то... Здесь что-то тоже было. И там есть что-то под этим. Не просто так такой подъем прям раз сюда идет, да? Угу. И, так, ну, вот, и главное дело прям стена. Вот и, тоже и, вопрос. И дорога заканчивается на стене. Он причем был оштукатурен полностью. Вот здесь вот это продолжалось. То есть это когда-то была постройка другая. От нее кусок остался. Несущая стены, вот она тоже, несущая стена вот эта. Да, кстати. Вон он. Вот она до этого, до этой стороны доходит, вот да. Это огромный был, получается. Да, вот здесь вот что-то было еще. Либо вот здесь вот он был стоял, вот с этой стороны, на этой площадке. Вот отсюда. А, вот, наверное, заложено посередине было. Да. Представляете, какой красивый дом был, а? Красота какая. Большая грузинская, до сноса 1970-х годов. Что-что? Там на той половине висят окна поменянные. Здесь вот как вот эта заброшенная часть, угу. А там нет. Красота какая. Там какие-то офисы. Да, а вот да. Это заброшенная часть. А это вон, собственно. Это было как большое окно такое. Да. А может вот быть, это были осталось. Конюшки, караван-сарай? Вот похоже, мне тоже было, вот да. На конюшне вот напоминает вот эти вот нижние какие-то. Да. А тут были ворота. Да, да, да. Вот, а здесь вот, да, похоже. Думаете, тоже гараж был? Да, вот эта арка должна вниз уходить, по большому счету. Это как колонны. Не знаю, девочки. Дело в том, что вот этот вот подъем, его надо, он, ну, как бы еще метров, несколько метров под ним. Поэтому надо смотреть, что там... Это слишком короткая колонна. Но столько этих арок не может быть, да? Нет, это просто колоннада какая-то идет, но она идет вниз. Нет. И что там под землей, непонятно. А вон какие-то железяки. А железяки мы тогда, ворота. Помните, в подворье видели, то что они какие-то ворота. Какие-то. Впрочем, это... А точно, ворота, да. Какие-то. Похоже. Такие высокие ворота. Давайте ее осмотрим с той стороны. Что там? Мне кажется, мы не пройдем. Там полдома. Ничего нету, да? А, просто стена. А, ну мы можем туда войти, вон там. А вход. Пойдемте, войдем. Вот смотрите, вот, это, вот эта часть, которая пристроена, она, это либо было разрушенное, потом подстраивали, другая кладка. Где? Вот отсюда видно. Вот она как бы идет. А, угу. Ее и закрашивали по-другому.
Вот эта стена, угу. Что-то здесь такое. И угол не 90 градусов, верхний, да, мне кажется? Это как контрфорсты, либо здесь что-то еще было пристроено, вот на вот этих двух штуках. Сам вот эти колонны. А если там ворота были, вот эти вот штуки висят, то это вообще часть получается достроенная, вот это вот. Вот эти две, да, да. Либо это... Потому что если вот там ворота закрывали, значит... Здесь что-то могло что-то, быть, да. Какое-то помещение. Могла быть арка еще вот здесь вот. Да-да-да. А здесь тоже что-то могло быть, здесь же все снесено. И вот эта дорога... Ее просто оставили. Вот оставили это здание. Мы можем представить, что здесь еще стояли здания через арку. Такое же могло быть здание. Да, да, такое же. Ну все, нашли мы его. Да, я хотела его найти. Ну вот тоже кусочек остался. Это может быть и сталинка, но такая она интересная. Ее тоже почему-то не надстроили. Из Новосибирска, да, гости? Да мы в группу, да ладно, перестаньте. Рассказывайте свой рассказ. Хорошо, я на вас не смотрю. Давайте, вот мы просто на здание. Там записали. Там тем более уже хотели что-то построить, и до сих пор ничего не строят. До сих пор ничего не строят. То есть вам было 10 лет, вы там лазили, где, за Обью, да? Почему за Обью? Это далеко от Оби. А где, в каком месте от Новосибирска? В Новосибирске самом. В самом Новосибирске? Ну вот видите, как интересно. Маленькие, может, такие все дети, они... То есть там под землей что-то, дорог, какие-то, да, подземные сооружения? Были печи стояли. Красный кирпич? Красный кирпич. И своды? Здорово, полу эти... Полусводы. Своды, и были эти задвижки, ну, чугунные, поверили. Ну, не знаешь, да. Ну вот что там было? Тоже завод какой-то был, да, древний. Землю, да? До сих пор осталось... Нет, землей просто засыпан, да, и разрушен. Площадки, там ничего не строят. Ну вот, понятно. Все, ладно, всем тогда помашите мне еще. Можете похлопать еще раз также, да. Все, спасибо. Аплодисменты, да. Я привыкла к аплодисментам. Спасибо. До встречи.